эмоциональные реакции ребенка – это, ну, абсолютно нормальное поведение. Да, он может что-то даже знать, какие-то слова, там, как-то социально как-то ситуации выстраивать там, и так далее. Но при этом, значит, он все-таки это, прежде всего, эмоциональное существо. Значит, и когда мы ждем от него, что он, значит, сейчас возьмет себя в руки, вот, то есть включит префронтальную кору, мы забываем, что префронтальной коры нету. Значит, первое, нормально, что ребенок очень эмоционален. Может быть, в детстве. Есть некоторые дети не очень эмоциональные, но и они, бывает, задают истерику. Вот, поэтому это может быть актуально и для таких спокойных детей. Значит, вторая составляющая, что нужно понимать. Значит, мозг – это электрический орган. Вот, то есть, ну, на самом деле там все сложно. Это там сложная биохимия, передача нервного импульса. Да? Но сам импульс – это, по сути дела, электрическая ситуация. То есть там ионы выходят, переходят, мембрана деполяризуется, значит, соответствующие пики возбуждения возникают, открываются ворота, выходят нейромедиаторы там, и так далее. В общем, это электростанция, которая производит электрическую энергию. И, ну, возможно, вы слышали, что бывают такие вот так называемые эпилепсии, да? Значит, заболевания, когда у людей, значит, какая-то часть мозга сама начинает там как-то куролесить, и после этого захватывает другие области коры, и начинаются судороги, припадки там, и так далее. Значит, вот ребенок в этом смысле, он чем-то напоминает эпилептика. Поскольку у него мозг еще рыхлый, вот, и все связано со всем, но очень как-то странно, криво, дохло и непонятно как, когда начинается эмоциональная мощная реакция, это возбуждение начинает сначала ассоциативно захватывать зоны коры, а потом просто, ну, вот по всему тихонечко. И вы сами знаете, как у ребенка это идет фаза. Да? То есть он сначала вы чувствуете, что он как-то голос чуть-чуть изменился, как-то поведение чуть-чуть изменилось, взгляд стал какой-то более нервный. Да? То есть вот началось это возбуждение, оно вот начинает по коре бегать, бегать, бегать. И потом, когда начинается уже вот этот скандал с криками и ором там, и так далее, он уже находит, у него горит просто весь мозг, как будто бы там, ну, как бы забыли рубильники, понимаете, или вот эти вот графитовые стержни есть в атомных реакторах, позабыли вынимать. И ситуация, когда вы пытаетесь ребенка как бы призвать к ответственности, к здравомыслию, значит, когда у него начинается, когда у него взрыв на Чернобыльской, понимаете, электростанции, вот, толку от этого.